Все это происходило в субботу, а в воскресенье Дарья отправилась в храм на службу, где у чудотворного образа попросила Господа помочь им. Я горячо помолилась образу Спасителя. Вот. Мы переговорили с мамой накануне понедельника. Она сказала: послушай, давай мы попробуем поехать в банк, потому что сумма выкупа, она у нас была, и мы могли, в общем, как-то помочь, но мы не знали, могут ли нам разрешить это сделать. И мы просто так, мы поехали просто спросить, и нам разрешили. И таким образом родственник моего мужа не остался без ясного жилья, и, в общем, все с ним хорошо. Свидетельницей милости Божией стала Екатерина Винокурова. Она часто помогает в храме с уборкой и несколько лет наблюдала, как бездомный приходил молиться образа Спасителя. Он почти каждый день стоял здесь. Особенно было жалкое зрелище зимой, когда он вот такого росточка и куртка не по размеру. То есть вот прямо вот здесь? Прямо вот около этой самой батареи стоял, грелся и плакал. Да весь вид его показывал о том, что ему настолько плохо. Видимо, за счет его роста, внешнего вида, его били всегда, обижали. И он сюда приходил просто вот погреться и за куском хлеба и за молитвой. Этого мужчину звали Сергей, и в храме все его знали, но однажды он исчез и появился лишь через несколько лет. Привел съемочную группу в храм, про него снимали репортаж. Когда Екатерина увидела его, она не узнала мужчину. Он явно обрел свой дом. Я спросила его, что же произошло. Он прилично одет, хорошо выглядит. Стоя под этой иконой, молясь о том, чтобы Господь его помиловал, в его жизни произошли очень интересные события. Он женился очень удачно, начал свое дело и открыл приют для таких же детдомных, которым был когда-то сам. В жизни каждого человека есть моменты, когда кажется, что выхода нет. Они приходят в храм, молятся и просят протянуть руку помощи, а после благодарят Всевышнего за то, что не оставил их на произвол судьбы, как это случилось в жизни Сергея и многих прихожан храма Воскресения Славущего на Арбате. Светлана Черненко, Александр Маклеонов и Анна Шугаева. Телеканал «Спас».